Всем привет! У нас 100 тысяч подписчиков! Спасибо вам все, мои дорогие! А вот и папа идет! Всем привет, друзья! Друзья, спасибо большое вам! Конечно, мы так себя не бросаем, 100 тысяч подписчиков. Опять будем снимать, опять будем рецепты отдавать, там много чего информации. Продолжайте с нами. А сейчас я только что вышел на работу, очень много подписчиков есть в нашем отеле. Люди спрашивают, почему, Юсуф, твой отель не снимаешь? Просто сейчас, в данный момент, не такое время отели снимать. Скоро буду снимать, друзья. Спасибо большое. До встречи дома. Да. Всем привет! Это канал Turkish People. Вы часто слышите эти слова, потому что смотрите нас каждый день. Действительно, каждый день в 9 утра по московскому времени мы стараемся, чтобы видео вышло на канале нашем. Мы вас приветствуем уже дома, вот на нашем любимом диване. На нем мы снимаем обычно какие-то новости о том, что у нас какие-то события произошли. Чаще всего какие-то были негативные события. Но сегодня у нас радостные события. Вот вы видите. У нас красивый торт, и на нем написана цифра 100. Же интересно 100 лет? Я вот не знаю. Именно эта шутка... И не шутка, когда мы покупали торт, я выбирала циферки, взяла 1-0-0, и мы их разложили так, там все прям продавцы сбежались и сказали, машалла, юз яшинда, они подумали, что кому-то 100 лет, ну у нас, думаю, мы тоже 100 лет проживем, живем, а у нас 100 тысяч подписчиков, ура! Спасибо вам огромное, что вы нас смотрите, что вы подписываетесь. Мы снимаем видео на разные темы. Мы даже знаем, на кого больше всего человек у нас подписалось. Вот вы сами сейчас посудите. Как вы думаете, на кого больше всего человек подписан? И вы сами на кого подписались? Потому что на нашем канале выкладываются разные видео. И я ведущий где, и где мама ведущий, и папины рецепты. Вот напишите в комментариях, с какого видео вы подписались на наш канал. Нам очень интересно. Конечно, мое. Ты что? Вот и узнаем, прочитаем комментарии. Но давайте мы тогда представимся. Это вот мой муж. Юсуф. Меня зовут Елена. Я рассказываю про жизнь в Анталии. Моя любимая фраза. Меня зовут Андрей. Я тоже рассказываю про жизнь в Анталии, про интересные места. Аня. Она просто участвует в наших видео. Она растет, но тоже скоро станет блогером. Матине. Тут тоже растет, тоже маленький блогер. Мы составили топ-5 самых популярных вопросов. Самые популярные. Да. И самый популярный вопрос у нас именно относящийся к рецептам. Достал уже. Да, вопрос звучит так. Почему турок готовит? Почему мы именно так пишем? Вопрос мне, да? Тебя это не обижает? Нет. Вот. Самое главное, Юсуфа это не обижает. А другая причина, почему мы это пишем, вот расскажет Андрей, как наш главный продюсер. Друзья, просто интернет очень много рецептов есть. Конечно, люди ищут много рецептов. Каждый блюд есть свое имя. Если имя пишешь, очень много рецептов разные люди показывают. Но всех не показывают все полностью, понимаете? Одно время придет, уже жареное, человек кушает. Как ты готовил? Как ты фигуру давал? Что добавил? Ничего нету. Либо очень ускоренное видео. Да. А мы хотим нашим названием сразу привлечь вас, людей. Вы же так и перешли к нам. Все равно YouTube это огромная платформа, каждый день выпускаются миллионы роликов. И чтобы заинтересовать людей, чтобы нас посмотрели наши рецепты, оценили наш труд, нам нужно выделяться. И мы выделяем это муж турок. Но мы же не обманываем, и правда папа турок. И иногда говорим папа турок, вот наш главный любитель попробовать выпечку. Просто я приготовлю, что простой рецепт, друзья, вы можете приготовить ваши дома. Я тоже умею очень много сложных рецептов, но зачем?
что я готовлю, вы тоже приготовите дома. Потихоньку начинаем. Поверх поедем. Вот так. Сейчас скоро будем мясо больше готовить. Мясо к зиме. И сладости, конечно. Ну вот, ответили дальше на ваш вопрос. То есть вы не переживайте. Юсуф не обижается, что мы его так называем. Хотя они все очень вежливо тебя говорят. Юсуф Эфенди, наш повар, там это. Мы тоже так один раз назвали видео. Но, к сожалению, людей стало смотреть меньше, потому что люди привыкли уже. Ну, вот так вот. Очень много людей узнает, конечно, они так переходят неправильно вот так имя, но очень много людей еще не знает этот канал, друзья. И мы привлекаем новую аудиторию, новых людей. Поэтому закройте глаза тем, кому не нравится это название, просто смотрите рецепт. Турак. Ну и следующий вопрос тоже касается тебя. Где работает Юсуф? Видишь, сколько вопросов ко мне. Поэтому канал, много подписчиков. Ну, всем нравится, вот, как ты хорошо говоришь по-русски. Друзья, я очень много места я писал, говорил, очень много места так объяснил. Я работаю в Анталья, Коньялти, Sea Life Family Resort Hotel, ресторан, старший официант работаю. Следующий вопрос уже связанный с этим. А почему не работаешь поваром, ведь ты отлично готовишь? Поваром уже 15 лет я работал. В Франции я начал работать поваром. Потом в Бельгии я работал, потом в свой кафе был в России я работал, потом вернулся в Турцию и здесь поваром работал. Туризм я начал поваром работал, уже поваром, уже выше крыша, друзья. Поваром просто работать, не просто ножик там приготовишь, а выставляешь, что одно время тебе шеф дерет, шеф тебе дает заместителем, короче. Тебе надо держать много коми, которые самые меньше должны. Но других надо выучить других людей. Я не хочу уже, достал. И очень огромные кастрюли. Огромные. Нет, это приготовит меня не жалко, но... А сейчас скажите, всех узнает отель сверху, который кухню никто не видел. Угу. Там работает плюс 40-45. Как возможно? Понимаете, такой одежды мы? Как можно? Ну, в общем, вы поняли. Готовить Юсуф очень любит, делает это от души и делится с вами. И делает нам еду. Мы любим его. Но я отвечу от себя. Он не проводит 24 часа на кухне. Во-первых, он ходит на работу. Я тоже готовлю. Я не показываю, что делаю я, потому что мне до шеф-повара еще далеко. Ну, я тоже подглядываю его рецепты. Я тоже много чего умею. Кому-то интересует, у меня диплом есть, нет, есть, друзья. Кому-то интересует, отправляю, может... Возьмут на работу. И следующий вопрос, который тоже часто задают. Почему у детей русские имена? Вы слышали, как они сами себя представляют? Это тоже вопрос ко мне, я так считаю. Короче, когда мы... Начали жить в России, туда 9 лет жили. 9. Ну, 10. 10. Да. Я так думал, я всего жизни постоянно я жил в других странах. Бельгия жил, Франция, Голландия, Германия, много места. Очень много места я видел расизм, друзья. Расизм современный, это болезнь, наверное. Понимаете? Поэтому... Я так передумал, дети, двойное имя. Если будем жить в России, пожалуйста, русское имя. Если будем в Турции жить, вот, пожалуйста, турецкое имя. Да, у детей официально есть по два имени. Просто Андрей имя я не трогал, потому что бабушка просил, так осталось. Ну, Андрей был бы Али Андрей, но как-то вот... Это мы сейчас так шутим. На самом деле я тоже как шутка это воспринимаю. Али Андрей, на самом деле, много интересных, красивых имен есть. И может быть... По достижению 17-летия я сделаю себе два имени, а может и три. От этого человек краше не становится. Не имя красит человека, а человек имя. Так что, ребята, не задавайте такие больше глупые вопросы в комментариях. Еще маленький вопрос я добавляю. Почему Юсуфу родители не уезжаешь? У меня родителей нету, друзья. Когда я 10 лет папа умер, вот 17 лет мама умер, у меня родителей нету. Уже старый, никого не осталось, всех умер. Вот я недавно ездил в мои деревни, я вам показал.
наши плейлисты, посмотрите туда. Только Тотя осталась туда. Вот иногда я уезжаю туда, гуляю вместе туда-сюда, позвоню часто. Вот. Ну, а следующий вопрос это задают мне. Потому что я рассказываю про районы Анталии, я какие-то даю комментарии про недвижимость или еще что-то. У меня спрашивают, я риэлтор? Нет, ребят, я не риэлтор, никогда не работала и в ближайшее время, в принципе, не собираюсь. Мне нравится моя работа, я бухгалтер, работаю через интернет, продолжаю в своей фирме, которая работала там в Москве, я работаю через интернет. То, что мы вам показываем про Анталию, про районы, про какие-то квартиры, объясняем, как недвижимость выглядит, это какие-то стоит, это для того, что мы хотим познакомить с городом. Мы знаем, что есть люди, которые хотят переехать в Анталию, и для них интересно это. Ну, а раз мы рассказываем обо всем в Анталии, естественно, мы захватили и эту тему. Но и я помните то, что это сугубо наше личное мнение про какой-либо район. Мы вообще комментарии не стараемся давать. Да, это я снимаю все видео и как бы координирую эту работу. Я вот, например, оператором часто бываю, либо мама. Мы меняемся вот так. Если кого-то нас нет в кадре, значит, мы просто с той стороны камеры. Друзья, такая ситуация есть. Когда я приехал купить Анталия квартиру, я вообще не знал города Анталия. Понимаете? Я не знал. Я сам турок. Я не знал города Анталия. Где надо купить квартиру? Как надо купить? Как оформить документами? Как деньги отдавать? Как менять деньги? Понимаете? Я тоже, как вас, приехал в Россию. Просто куча деньги сюда. Из этой кучи ходил по городу. Да, еще так ночи. Ночью был самолет, еще куча денег осталось в карман, я еще гулял, недели гулял такой деньгах на улицу. У меня так раньше Богаскент был, где Белек рядом, город Анталия где, они где, 50 километров почти, 45-50. Вот, мы не хотим быть тоже так, такой ситуациями. Чтобы не гуляли по вот. Городу, а уже по крайней мере заранее определились, просто где вам нравится. Как, какая улица, какой, где, что, вот, где, что, почем. Это надо узнавать. Люди очень много вопросов задают, конечно, мы самым популярным вопросом отвечаем. Люди снимать хотят. Друзья, здесь есть один но, что, где привыкаешь, там остаешь. Вот это проблема. Примерно я. Если я месяц один раз Серик не вижу, Анталия город, жить не могу. Я там привыкал. Они здесь. Вот такая ситуация. Ну и последний вопрос, он, конечно, к нам всем. Нам, нас уже заранее поздравляли, что у вас скоро 100 тысяч. Было, мы здесь снимали 50 тысяч, мы тогда делали ремонт. А потом желали нам, чтобы скорее мы набрали. Вот мы 100 тысяч подписчиков набрали, честно говоря. И что получили в итоге? Да ничего, ничего на жизнь не изменилось. У нас тот же самый диван, мы, как говорится, диванные эксперты. Просто у нас добавился лишний антураж, сделали ремонт нашей квартире. Вот, стол такой же остался, скатерть такая же, просто другой торт. На самом деле, подарки от Ютуба у нас будут позже. И еще, и с ними еще нужно будет повозиться. А что Ютуб нам подарит? Вот такую вот серебряную кнопку. Я надеюсь, что подарят, нас подтвердят, нам должны дать галочку, то, что это подтвержденный канал. На самом деле, как сказать, привилегии ничего на Ютубе не дают. Это просто для, ну, поддержания себя такое. Да, такое, чтобы другие тоже стремились к этому, да. Также работали. На самом деле, я очень хотел этого. Но вы спросите, как же вы это сделали? Что вы для этого сделали? Особенно у тех людей, которые есть свои каналы, маленькие каналы, которые тоже хотят вырасти. Мы, по сути дела, снимаем... Да ничего мы не делали. Прям как будто полтора года мы ничего не делали. Вообще не снимали каждый день, не монтировал я эти видео каждый день. Неправда, вообще ничего не делали. Все просто так сразу свалилось. Ну, я думаю, вы поняли, что это шутка. Там, на самом деле, это кропотливая работа. Каждый день съемки. Почему мы выкладываем видео каждый день? Ну, во-первых, нам это нравится. А во-вторых... Люди привыкают. Ну, наверное, вы смотрите нас как семью, уже, наверное, как сериал нам люди пишут. И еще это способствует продвижению YouTube-канала. YouTube и правда заставляет блогеров
чтобы вы, если вы хотите расти, вам нужно часто выкладывать новый контент. Но мы стараемся укладываться в 15-20 минут, рассказать обо всем, обо всей этой проблеме, о интересном месте, где мы бываем. Лишнее вырезается. Мы видео снимаем порой по 2 часа, бывает и по 3 часа снимаем, а выходит на YouTube оно 15-17 минут. Все остальное либо ускоряется, либо отрезается. Мы меняем локации, то есть если смотреть на карте, это где мы были. Это называется монтаж. Еще то, что Андрей у нас волшебник. Да, еще вы кликать на вот эту картинку, ее же тоже надо будет сделать. Ну и хочу рассказать, кому интересно, в каких программах я делаю видео. Конечно, монтирую видео в Adobe Premiere Pro, она куплена. Хотите посмотреть, сколько она стоит? Стоит дорого, целый год подписка. И Photoshop. Все. Вот так вот, по сути дела, я научился, делаю видео. А снимаем мы на телефоны, но каждый год мы покупаем новый, последнюю новинку, которая выходит. Да. Это не iPhone. Через меня. Папина карточка все любит оплачивать. Ну еще благодаря папе, конечно же, основную аудиторию мы благодаря папочке набрали. Спасибо. Конечно, хотелось бы выкладывать видео с тобой хотя бы 2 раза в неделю, но в последнее время Юсуф очень сильно занят на работе. Много туристов приехало, отель практически полный. Ура! 100 тысяч подписчиков! Красиво! Смотри, но они очень быстро заканчиваются. Правда? Но все равно... Вот так оно мгновение успеха. Быстро раз. Что, давай, совместно, ребят. Будем работать дальше. Раз, два, три. Давайте будем есть наш тортик. Дай баба тарелки. Цветочка. Цветочка потом сверху. Торт очень вкусный. Спасибо еще раз вам. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра других наших видео. Можете посмотреть их вот тут. Сейчас выскочат подсказочки. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы будем преодолевать, я надеюсь, мы должны, новых отметок. Скоро у нас будет 150 тысяч подписчиков. А миллион когда будет? Тоже будет. Всем пока! Всем пока!